Из миллиона жителей выбрали и наградили лучших. На традиционном приеме глава Челябинска поздравил новых почетных граждан города. В этом году звания удостоились только 3 человека. О том, кто они и чем заслужили титул, расскажет Егор Хвисюк. Бизнесмен Александр Аристов, замдиректора молодежного театра «Роза Орлова», а также президент группы компаний «Бавиты», экс-председатель Челябинской городской думы Борис Ведьгов. Новые почетные граждане Челябинска на сцену поднимаются один за другим. У каждого своя история успеха и свои достижения. Борис Ведьгов известен не только как руководитель предприятия, но и как благотворитель. Его предприятия поддерживают школы и детские дома, ветеранов и тружеников тыла, спонсируют хоккейную команду «Трактор» и детскую хоккейную школу. Мы должны стараться и стремиться сделать еще больше для нашего города, чтобы он был лучше, красивее, чтобы люди, которые в нем живут, наши дети, наши родители, чтобы им было комфортно и удобно. Знак почетных граждан Борису Ведьгову, Розе Орловой и Александру Аристову вручают на традиционном приеме главы города. Он приурочен к 280-летию Челябинска. Звания почетных граждан присуждают лучшим сотрудникам сферы образования, культуры, руководителям предприятий. В этом году на получение статуса претендовали 11 человек, а выбрали только 3. Всем вам крепкого здоровья, счастья, а городу Челябинску процветания. Я думаю, что вместе с вами мы сделаем еще многие-многие дела, чтобы наш Челябинск был лучшим не только на Урале, но и в России. И я думаю, что это нам сегодня по плечу. Теперь в списке почетных жителей Челябинска 56 имен. Егор Хвисюк, Артем Большаков, ОТВ.